Беларуси меняется в сторону потепления. Особенно это заметно зимой. В начале января, например, в гродницких лесах даже выросли лисички. Многим такая зима нравится. Рады отсутствию мороза и снега, в том числе и автомобилисты. Но некоторые все же с нетерпением ждут возможность покататься, например, на лыжах. Давайте узнаем, рады ли снегу гродницы. Скажите, как вам погодка? Какую зиму вообще любите? Снежную, морозную? Снежная, морозная, сухая. Ну, чтобы зима зимой была. Как погодка? Вы знаете, даже очень хорошо. Наконец-то пришла зима. Вам зима какая? Снежная, морозная больше нравится или теплая? Вы знаете, чисто случайно я служил в армии в Сибири. Я как-то привык, когда минус 30, минус 40. Там просто климат континентальный, и там мороза не чувствуется. У нас, к сожалению, когда минус 5 и ветер, то... насквозь продует. Зима, снежная, морозная больше нравится или теплую все-таки больше любите? Конечно, снежную хочется. То есть мое поколение из тех, когда по минус 25 было, и мы в школу не ходили. Вот это мы помним. Поэтому нам больше, чтобы с морозом как. Очень хорошая, наконец-то дождались зимы. Хорошая погода. Снежная, морозная зима вам нравится или больше все-таки теплая? Каждому времени года должна быть своя погода. Зимой должно быть холодно и снег, а летом тепло. Погода, конечно, не очень, но, в принципе, это радует то, что неужели наконец-то наступила зима. Какая зима вам больше нравится? Снежная, морозная или теплая все-таки? Нет, лучше снежная, морозная все-таки, потому что как бы зима должна быть зимой. Какая зима вам вообще больше нравится? Теплая или все-таки снежная, морозная? Снежная, морозная. Да, лучше. Намного лучше, чем холодная. Ой. Почему? Расскажите, почему снежная? Ну, какое-то настроение появляется, что ли, новогоднее, да. Хочется какого-то праздника, а то Новый год был почти без снега. Снежки можно поиграться даже. Даже не ощущалось особо этого. Плохая, потому что минус 10 градусов практически. Влажность огромная, снег, очень плохо все. Вам больше теплая зима нравится? Конечно, естественно. Надо, чтобы вся зима уходила на запад, а у нас было тепло. Круглый год лето. Естественно. Чем теплее, тем лучше. Вы рады снегу? Честно говоря, не очень. Уже конец января, и уже бы, в принципе, не хотелось его. Ну, а вообще, вам зима, наверное, теплая больше нравится? Или все-таки зимняя, такая морозная, снежная? Все-таки теплая. Мы уже привыкли все-таки к теплой, и в конце января снег и холодно, и скользко, поэтому не очень. Рады снегу? Да. Да. А вообще зима какая? Снежная, морозная больше нравится или все-таки теплая? Теплая. Нет, снежная, морозная. Почему? Расскажите. Ну, не знаю, так новогоднее настроение, что ли. Ну, а вам лично зима снежная, морозная больше нравится или все-таки теплая? Ну, конечно, снежная, морозная. Несмотря на то, что все это убирать? Ну, да. Зато детям хорошо покатаются, хоть погуляют.